Всем привет, меня зовут Наумов Алекс, и сегодня я расскажу вам, как играется песня «Ты нужен мне». «Ты нужен мне» — это песня с нового альбома Филиппа Реннера, и на самом деле структура песни не такая сложная, и я хочу вас познакомить с этим. И первый аккорд в песне — это аккорд ля минор септ, который играют клавиши. Далее идет аккорд соль. После этого аккорд фа. И снова соль. Каждый из этих аккордов имеет некоторые дополнительные ноты для того, чтобы это было действительно с тем настроением, которое изначально планировалось в песне. И на аккорд ля минор вы играете открытую третью струну, ноту соль. И на первой струне третий лад, тоже ноту соль. Далее аккорд соль мажор, но соль мажор сус с нотой до на второй струне первом ладу. И следующий аккорд фа мажор, но фа мажор не полным трезвучием, а мы играем с открытой третьей струной ноты соль и нота ми на первой струне. Таким образом и развивается вся гармония в песне. Меняется динамика, меняется настроение, но последовательность аккордов сохраняется. И также в этой песне есть партия наверху, в верхнем регистре, в тот момент, когда начинается припев. Под эту гармонию, ля минор, соль, фа, соль, вы можете играть следующую партию. Здесь мы играем ноты до, ноты ми. Дальше обыгрываем, играем ноту до, ре, и переходим на си. Потом обыгрываем до, ре, переходим на ля. И с ноты ля переходим на си. Медленно это звучит так. И это все по этой песне. Самое главное, помните, что настроение в этой песне зависит от того, как именно вы сыграете ля минор, соль, фа и соль. И на этом все. Смотрите и другие мои материалы. Спасибо вам за внимание и будьте благословенны.